Во вторник, 26 мая, в Самарской области ожидается жаркая погода, малая облачность. Местами пройдет небольшой дождь, возможно, гроза. Днем плюс 25, плюс 31, ночью 12-14 градусов выше 0. В Сызрани малооблачно, также небольшой дождь. Днем плюс 29 градусов, ночью плюс 13. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Тольятти небо в облаках, небольшой дождь, гроза. Днем плюс 27, ночью 13 градусов выше 0. Юго-восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, но без осадков. Дневная температура 27, тепла, ночью плюс 14. Ветер южного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 40%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.